Уставной капитал не менее 100 миллионов рублей и статус юридического лица дает пятилетнее законное право выпускать токены в России, согласно опубликованному постановлению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Те же условия и для деятельности по разработке, производству и распространению криптографических средств. Организации будут обязаны выкупить цифровые токены по номинальной стоимости на основании безотзывной публичной оферты. Выпуск должен осуществляться через безналичный расчет за российские рубли. При этом прибыль от продажи можно направлять только на поддержание обязательств по выкупу токенов по номинальной цене.